В Национальной художественной галерее открылась выставка «Тихая моя родина». Она приурочена к столетию образования Сернурского района. Здесь представлено самобытное творчество уроженцев района, экспонаты из фондов музея ИЗО и частных коллекций, в том числе и собрание семьи прославленных художников Ивановых и вышивальщицы Лидии Веткиной. Среди представленных работ – живописные и графические произведения, предметы декоративно-прикладного искусства. К слову, официально столетие Сернурский район должен был отметить в середине января, но свои коррективы внесла пандемия коронавируса. В народе район называют Шернур-Кундем. Среди классиков литературы он известен как «Земля благодаря Анара» и «Государство ромашек». Сернурская земля – родина поэта и киноактера Ивана Кырли, писателя Кима Васина, композитора Ивана Молотова, флейтиста Виталия Шапкина. Здесь представлены имена художников, которые корнями своей жизни уходят как раз вот в этот очень уютный, доброжелательный, гостеприимный район. И, конечно, это имена, я бы сказала, знаковые для нашего искусства. И Александр Иванов – замечательный этнофутурист. Вы знаете, когда мы его представляли в стенах музея, мы его напрямую с районом не связывали. И вот когда мы помещаем его работу в контекст выставки, посвященной району, вот тут появляется еще одна очень интересная новая грань. Мы понимаем, что все не случайно, что детские годы этого художника вели именно от обитания в этом уютном пространстве. Или художник Тактаулов, Николай Тактаулов, которого мы так ценим за скрупулезный рисунок. И вот именно сейчас, зная, что он уроженец Сернурского района, это все великолепно вписывается в общую картину.